Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. С вами Фани, жизнь во Франции. Самое ценное. Задумывался ли ты, дорогой мой друг, что в жизни ценнее всего? Один человек в детстве был очень дружен со стариком-соседом. Но время шло, появился колледж и увлечения, затем работа и личная жизнь. Каждую минуту молодой мужчина был занят, и у него не было времени ни вспомнить о прошлом, ни даже побыть с близкими. Однажды он узнал, что сосед умер, и неожиданно вспомнил. Старик многому научил его, стараясь заменить мальчик погибшего отца. Ощутив свою вину, он приехал на похороны. Вечером после погребения мужчина зашел в опустевший дом покойного. Все было так, как и много лет назад. Вот только маленькая золотая коробочка, в которой, по словам старика, хранилась самая ценная для него вещь, исчезла со стола. Подумав, что ее забрал кто-то из немногочисленных родственников, мужчина покинул дом. Однако через 2 недели он получил посылку. Увидев на ней имя соседа, мужчина вздрогнул и открыл коробку. Внутри лежала та самая золотая коробочка. В ней оказались карманные золотые часы с гравировкой «Спасибо за время, что проводил со мной». И он понял, самым ценным для старика было время, проведенное со своим маленьким другом. С тех пор мужчина старался как можно больше времени уделять жене и сыну. Жизнь измеряется не количеством вдохов, она измеряется количеством моментов, которые заставляют нас задержать дыхание. Всего вам доброго, друзья мои. Не забывайте своих родителей, родных, близких. Иногда хотя бы звоните, скажите, спросите. Здравствуй, мама. Здравствуй, отец. Не забывайте своих детей, родителей, внуков. Всего вам доброго. С вами была Фани. Жизнь во Франции. До новых встреч, друзья мои!